составляли каждый свою цветовую карту, изучали разные техники нанесения краски, как наносить жидко, сухо или пастозно, выполняли различные градиенты, как передавать от темного к светлому переходы. И также выполнили небесный градиент в разных техниках. Познакомились с базовыми основами живописи. Каждый создал свой цветовой круг, узнал, как смешивать цвета, что такое первичные, вторичные, третичные оттенки, как получать сложные цвета, как даже найти черный цвет без черной краски, и как создавать гармоничные сочетания, и как работают противоположные цвета. Также изучили основы композиции, потренировались в составлении грамотной композиции по правилам третей, золотого сечения и визуальных масс. Дальше мы изучали линейную перспективу, воздушную перспективу, как передавать объем, как передавать глубину пространства и что может повлиять на цвет. Все мы это отработали. Как вечернее освещение может повлиять, как дневное, как противоположные цвета работают на поверхностях.